Где я, черт, моя голова? А? Эй, люди? Эй, где я? Ребята, ребята, вы здесь? Всем привет! А где я не понял? Что? Так, тихо. Где я нахожусь? Ё-моё, это что там происходит такое? Ребята, ой, как мне это не нравится. Что это за бред? Где я? Погодите. Это прутья. Я что, в клетке? Что? Я в тайге? Я до сих пор в тайге, да, ребята? Это выживание в тайге, но... Вопрос в другом. Где я? Черт, нет, рукой я их точно не сломаю. Давайте вот так попробуем. Так, ребята, погодите, мне явно нужно выбраться отсюда. Где я нахожусь? Черт возьми, что же это такое тут происходит? Так, ну-ка. А! Ай! Ё-моё, это кто? Тихо, пошли вон. Ё-моё. Ребят, как я сюда попал? Никто из вас не знает? Никто не может мне сказать? Ребят, вы это тоже видите, как и я? Так, я надеюсь, что это мой сон. Что это за место такое? Что за нечто? Тут куча скелетов, факела, клетка. Кто меня вырубил? Ребята, я помню, что я был в своем доме и... Эй, а где мои ресурсы? Помните, как у меня было много ресурсов? В предыдущей серии, если вы не смотрели, обязательно посмотрите, иначе вы ничего не поймете. Ё-моё, ребята. В первый раз это вижу. Это... Да ладно, это тот самый житель? Житель, с тобой все нормально? Видимо, не очень, ребята. Видимо, не очень. Где я? Что такое? Проигрыватель, сундук, инструменты. Это мои инструменты или что? Но у меня не было алмазного меча. Пластинка, нечто. Чего? Так, вот это вот я не понял. Ну-ка. Привет, компот. Ха-ха-ха. Я самое настоящее нечто в Майнкрафте. И я решил объявить на тебя охоту. Ха-ха-ха-ха. Тебя будут преследовать кошмары и трупы. Только кошмары и трупы. Ты хочешь доказать, что ты силен? Докажи. Проживи эту ночь и построй себе дом. Ха-ха-ха. Ё-моё! Ребят, вы слышали? Вы видели, там кто-то только что прошел. Если вы это не видели, ребята, отмотайте назад видео и посмотрите, там кто-то только что прошел. Так, мне это совсем не нравится. Так, пошла нафиг пластинка. Ребята, вы слышали, что мне сказал голос? Голос мне сказал прожить эту ночь и... Ребята, вы это видите? Там какой-то призрак ходит. Нечто мне сказало прожить эту ночь и построить дом. И тогда оно от меня отстанет, ребята. Но я не понимаю, что оно ко мне пристало, смотрите. То есть, меня кто-то взял, притащил сюда, посадил в клетку и... Я чудом выбрался, ребята, и ничего себе не сломал, когда падал. Так, нет, ребята, я не хочу больше тут находиться. Отсюда явно надо бежать. Все, ребята, я побежал от этого места, я не хочу там находиться. Это реально какое-то нечто в Майнкрафте, и оно следит за мной. А, ё-моё, пошел вон, тупое зомби, пошел вон. Так, ребята, слушайте, а что сложность-то поменялась, ребят? Я же вроде ничего не менял. Ё-моё. Так, тихо. Я очень хочу, ребят, кушать. Я очень хочу кушать, а еще больше, ребят, я хочу пережить просто эту ночь. Так, давайте найдем небольшую полянку, попробуем на ней построить свой домик. Я кажется, ее нашел. Я кажется, ее нашел. Да, отлично. Тут я и построю свой... Эй, ты же не хочешь на меня напасть? Пошел вон, ребята. Нам нужно с вами срочно спрятаться. Давайте спрячемся где-нибудь вот здесь. Так, я вроде съел гнилую плоть, и ХП у меня восстанавливается. Так, давайте подойдем и... Ну-ка, тут кто-нибудь есть и... Нет, ребята, вроде никого. Так, окей, мне нужно пережить эту ночь. Пока кто-нибудь еще ко мне не пришел, мне нужно срочно нарубить дерево, ребята, и срочно построить себе домик. Так сказать, выживание в тайге заново. Так, ё-моё, давайте срубим эту листву, отлично, ага. Так, перекрафтиваем это все срочно в доски. Давайте верстачок крафтим себе обязательно. Не забываем про него. Так, где будет стоять наш домик? Я думаю, ребят, что наш домик будет стоять где-нибудь вот тут. Давайте дальше рубить дерево, ребята. Дерево нам сейчас очень необходимо, чтобы построить наш первый домик. Так, поехали, ребята. Точнее, уже не первый, уже, наверное, третий. Но, ребята, нечто от меня отстанет только если я построю дом. А сейчас я уверен, оно следит за мной, ребята. Это нечто явно следит за мной. Так, окей, давайте, ребят, дальше копать дерево. Так. Угу, отлично, ребята, отлично. Хопа, собираем эти все доски. Ага, так, теперь давайте строить дом. Теперь давайте, ребят, явно строить дом, потому что без него мы не
куда. Так большой не буду строить. Я думаю, что вот такого вот нам, в принципе, хватит, ребят, с вами. Так, давайте вот так все объединим. Хопа. И вот тут вот у нас с вами будет выход. Да, почему бы и нет? Хороший домик, ребят, получается. Хороший домик получается. Так, поднимаем тут всю крышу. Ага, отлично. Так, угу. И давайте поднимем еще на один уровень крышу. Вот таким вот, ребят, образом. Так, тихо, 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 кабы не упасть отсюда. Теперь давайте слазим. И вроде, ребят, домик у нас потихонечку готов. Да, потихонечку у нас готов. Давайте две двери скрафтим. Это мое последнее дерево. Мне как раз хватает на двери. Фух, ребята, вроде домик я построил, но это еще не все, ребята. Мне нужно накопать камни, чтобы скрафтить себе печку и сделать освещение в доме. 5, 6, 7, 8. Все, 8 камня. Мне хватит, чтобы сделать печку. Давайте, хопа. Печка у нас готова. Устанавливаю вот сюда. Так, мне нужно еще немного дерева срубить, чтобы сделать себе факела на древесном угле. Так, 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 давайте, ребята, это тоже все копаем. Блин, знаете, вот, когда ты попал в эту тайгу, хочется просто, ребят, выжить, и как бы не так страшно. А когда за тобой следит нечто, и в любой момент оно может тебя убить, вот это вот, ребята, уже действительно страшно. Так, отлично, все, я плавлю древесный уголь, так сказать. Давайте вот половинку отсюда вытащим, сделаем из этого доски. Из этого мы сделаем все палочки. 8 палочек у нас готово. Так, один факел. Ага, у нас с вами получится, или 4? Да, 4 у нас с вами получится. И давайте освещать наш домик. Фух, ребята, давайте вот так вот еще осветим. Все, вроде я построил домик, вроде я справился с этой задачей, а теперь, ребята, мне нужно думать, как дальше развиваться, потому что это нечто не даст мне покоя. Так, давайте посадим назад все это, и еще, ребята, я хочу срубить еще немного дерева, чтобы сделать себе сундук. Так, давайте скрафтим себе еще сундук, и наше выживание, так сказать, продолжится. Надеюсь, нечто от меня отстало уже, или отстанет хотя бы в дальнейшем. Так, давайте копать это дерево, ага, там еще сверху дерево. Так, копаем это дерево. Все, ребят, по идее, дерева больше там нету. Так, все, подбираем это и вскапываем это. Все, ребята, по идее, на сундук нам должно хватить. Да что по идее, нам 100% должно хватить, ребят, на сундук. Так, берем, перекрафчиваем это все, 28 дерева, крафтим себе 2 сундучка, получаем один двойной сундук и ставим его вот сюда. Фух, ребята. Осталось только сделать пол. Пол, я думаю, я с легкостью сделаю. Вообще тут нет ничего сложного. Так, копаем вот это вот просто все. Ага. И давайте ставить просто доски. У нас есть 12 досток. Берем вот так вот, ставим эти достки. Так, вот так вот. Все, по идее, наш пол уже практически готов. Осталось еще немного. Осталось еще вот это вот скопать. Так, хопа. Блин, когда же уже день наступит? Я хочу уже 100% пережить эту гребаную ночь. И да, ребята, день наступает. Кажется, день наступает. Осталось еще немного. Давайте пока что сделаем себе небольшую шахту, потому что мне нужны ресурсы. Мне нужен уголь, мне нужны все ресурсы, которые есть. Так, хопа, давайте еще скопаемся вниз. Еще немного вниз. Я думаю, что вот на такой высоте достаточно и уголь, ребята. Я нашел уголь. Вот это вот очень хороший признак. Я могу выбираться уже отсюда. Мне бы железо, конечно, бы же найти. Но я думаю, что это все мы с вами сделаем в следующей серии. Главное, что у меня есть уголь, дерево и булыжник. Все, ребят, на остальное пофиг. И день. Ребята, день. Я пережил эту ночь. И что? И нечто от меня отстало. Эй, нечто. Нечто. Ребята, кажется, мы с вами победили. Кажется, мы с вами победили это нечто. Кажется... Оно больше не следит за нами. Я могу дальше спокойно выживать. Так, окей, ладно, давайте-ка сделаем ферму, ребята. Мне ферма сейчас нужна. Я хочу выращивать, так сказать, у себя еду. Потому что почему бы, собственно, и нету. Я в деревне когда-то своей занимался фермерством. До того, как меня загребли в этот необитаемый остров. Так, давайте скрафтим себе палочки. И знаете что, ребята, мы сейчас сделаем себе мотыгу. Да, ребята, мы прямо сейчас сделаем себе мотыгу. Так, отлично. Давайте сделаем себе из палочек мотыжку. Все, отлично, мотыжка у нас готова. Теперь что мы делаем? Теперь мы ставим сюда блоки земли вот таким вот образом и вскапываем их. Все, ребята, они от воды будут автоматически впитываться. И теперь мне нужно нарвать немножечко семян пшенички. Они у нас выпадают из травы, ребята. Главное их найти. Я нашел уже первое, ребята. Блин, найти бы второе. Нашел второе. Отлично, найти бы третье. Найти бы третье. Так, и третьего, я так понимаю, не будет. Да, я выкопал всю траву поблизости, и третьего, так сказать, не будет. А, нет, смотрите, ребята, там еще
еще есть травы вдалеке. Давайте ее вскопаю, так сказать, выживание. Почему бы и нет? Вскапываем, вскапываем, вскапываем. И серьезно, неужели ни одной пшенички не будет больше? А, нет, будет. Смотрите-ка, ребята, будет, будет и еще раз будет. Хопа, я собрал. Все, ребят, по идее, мне этого хватит. Может быть, еще, конечно, что-то выпадет. Хопа, хопа, хопа. Не, к сожалению, ребят, больше ничего не выпадет. И давайте. Опа, нет, выпало. Все, ребят, пойдемте назад и будем сажать эти семена. Мне, в принципе, 4 было достаточно. Хопа, хопа, и все, ребята, отлично. У нас уже есть какая-никакая еда. Слушайте, ребята, а выживание процветает, и меня это очень даже радует, и мне это очень даже нравится, ребята, потому что сегодняшняя серия был вообще какой-то, ребята, трэш настоящий, просто лютый, ребят, трэш. Надеюсь, этого больше никогда не повторится. Слушайте, ребята, мне бы найти то место и забрать бы оттуда кровать, потому что мне сейчас необходима кровать. Ну, хотя зачем мне кровать? Я, в принципе, наверное, после такого ужаса еще долго уснуть не смогу. Эй, эй, это что там происходит с моим домом? Ребята, это что это за бред такой? Что это за фигня? Это нечто? Это сделало нечто? Эй, что за мобы тупые? Нет, нет, домик, не гори, пожалуйста, я тебя так строил. Так, так, так. Ой, ё-моё, нет, я сам горю, ребята, я сам горю, черт. Так, 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 что мне делать, ребята, что мне делать? Тут какие-то мобы спавнятся, я уверен, это делает нечто. Эй, нечто, отстань от меня. Так, ребята, я не знаю, что, как мне избавиться от нечто? Сейчас же пожар будет массовый в лесу, о нет. Я же тут сгорю нафиг, ребята. Слушайте, пишите в комментариях, как мне избавиться от нечто. Что мне вообще делать, ребята? Мне это совсем не нравится. Помогите, ребят, мне нужна срочно ваша помощь. На этом я пока что прощаюсь и жду ваших комментариев. Давайте, ребят, пишите в комментарии. Все, всем пока, ребята, с вами был я, Компот.